Стоянка возле гипермаркета – место, конечно, оживленное. Машин здесь всегда много. Однако в будний день свободных мест хватает. Но немало автолюбителей все же предпочитают парковаться на местах для инвалидов, не имея при этом на то оснований. Да, эта проблема действительно является одной из основных проблем, которыми сталкиваются наши инвалиды. Потому что поставить машину негде. Даже если выделяются места на стоянках и выделяются в размере не менее 10%, все по закону, то занять это место бывает проблематично. Вы видите сейчас, что мест на стоянке достаточно выделено для инвалидов, что есть свободные места. Однако автолюбители все равно занимают места, предназначенные для инвалидов. Поэтому совместно с сотрудниками ГИБДД Одинцовская мы проводим такие рейды регулярно. А сегодняшний месячник, он посвящен Дню борьбы за права инвалидов. Между тем, штраф за парковку на местах для инвалидов без соответствующего знака и документов составляет 5000 рублей. А если нарушитель не выходит к сотруднику ГИБДД, то приезжает эвакуатор и машину отвозит на специальную стоянку. Выйти из магазина и не обнаружить свои машины, как гром среди ясного неба для беспечных водителей. Я, может быть, чего-то не увидел, просто не заметил. Понимаете? Но это я не умышленно. Я не считаю, что я виноват. Мнения прохожих разделились. Некоторые поддержали водителей, отметив, что эвакуация – слишком жесткая мера наказания. А некоторые стали на сторону соцработников и автоинспекторов, признав подобные рейды полезными и весьма эффективными. Молодцы. Я просто рад, что вот так. Потому что идет инвалид и не может даже идти, а место занято. Молодцы, правильно. Я приветствую. Факт остается фактом. Инвалиды, которые приезжают на парковку, зачастую просто-напросто остаются без мест. Для инвалидов, если не ошибаюсь, должно быть 10%. 10% парковочных мест, которые можно было поставить машину. А то получается, я инвалид, и получается так, что инвалидные места не занимают, а я оставлю на другую стоянку и обязан уже платить. В России живет около 144 миллионов человек. Из них 2,5 – это официально зарегистрированные инвалиды. Конечно, не каждый из них водит машину, но по закону они должны иметь возможность без затруднений припарковаться поближе к магазину, а не за пару кварталов, ведь некоторым каждый шаг дается с трудом.